Сегодня 31 мая, 23-й год, Московская область. Обещали нам похолодание на 31 мая вплоть до заморозков. Пойду посмотрю в 5 утра, сколько на градуснике градусов. Вроде бы я вышла не сильно холодно. Здесь у меня кое-что цветет. Пионы вот зацветают. Все в бутонах. Лилии, ирисы. По виду не похоже, что будут, что были заморозки. Лилии в бутонах, хоста. У всех лилии отцвели, ирисы, а у меня тигровые поздние. Он только-только, видите, с бутонами. Так, клубника цветет. Вроде бы все нормально. Сейчас посмотрю, сколько на градуснике. 5 поют, значит, все нормально. Розочки просыпаются после зимней спячки, вроде даже с бутончиками. Я помидоры открыла на улице, которые в открытый грунт. А баклажаны еще не решаюсь открыть. Вот жду, когда пройдут вот эти последние предупреждения о заморозках. Ну, помидорки вроде бы ничего в открытом грунте. Я их подвязала, замульчировала. Вот эти низкорослые, детерминантные, еще не подвязывала. Стоят нормально все. Надо уже, наверное, открывать будет баклажаны. Очень хорошо растет свекла. Я ее раздергала, прополола, прорыхлила. И все, растет шикарно. Так, на градуснике 9 градусов. Ну, слава богу. А то Вульф сказал, местами будут заморозки. Но сегодня мы ночь пережили, слава богу. Конец мая, 31 число, 9 градусов, 5 утра. Ой, вы знаете, ряды капусты редеют каждый день. Вчера еще медведка 2 штуки сожрала. В общем, те 2 дня по 3, как вот я их высадила, и вчера 2, 6, 8 штук, как с куста, как говорится. И снова все в дырках. Вчера я здесь выкопала. Так-то вроде бы она ничего. Растет. Уже вот завязывает качанчики. Но медведка, наверное, ее всю съест. Не оставит нам. Вот пустые вот эти вот проплешины. Это здесь. Где-то я посадила бархатцы вместо капусты. Вот бархатцы. Вот. Посажу еще бархатцы, цветочки, календулу. Что делать? Вместо капусты будут цветы. Теплицы помидорные обе на ночь закрывала. Вчера их полила. Полила и закрывала. Что-то мне как-то макушки были не нравились. Я их полила сульфатом калия. Вот. Поливаю редко помидоры. Раз в 5 дней. Вот так как-то. Вот, не так часто, но ничего, сульфатом
калия полила. Немножко подкормила. Вот помидорки уже, ой, вот так висят кисточками. Не знаю, как вам видно, плохо. Вот 5 штук, видите, на кисточке висит. Пасынки периодически обрываю. Вот опять. Вот уже на второй кисти помидорки. Рядом вот на кустике завязываются. Вот так. В общем, теплицу на ночь закрывала. Но очень рада, что гидромедцентр ошибся. Вот на другой стороне тоже висят помидорки. Так что дальше уже не пойду. Они еще мокрые все с утра. Конденсат на них надо будет срочно открывать, чтобы проветривались. Ну и вот вторая теплица. Здесь только зацветают. Поздняя посадка. Только зацветают, но уже все с кисточками. А, нет, вот уже цветут. Цветут. Помидорки цветут. Первая, вторая кисть образовалась. Вот тут тоже, смотрите. Так, вон там. Первая кисть, вот вторая. Так что цветут. Все нормально. Все нормально. Растут, цветут. Вот так. Интересно, сколько в теплице у меня градусов? 15. В теплице 15. Хорошо, тепло. Ну все на сегодня. Всем здоровья, счастья, мира и богатых урожаев.